when you feel alone. Got up from school, you wasted 7 years around. Listen your heart for essential voices. Всем привет, ребят! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Сегодня прошел ровно год с того момента, как умер великий человек, легенда, самый узнаваемый голос в мире, по крайней мере для меня, и я думаю, для вас тоже. И мой наставник в мир рок-музыки. Просто не верится даже. Я не знаю, что будет в дальнейшем с группой Linkin Park, но голоса Честера будет не хватать всегда. И той подачи, с которой он пел, сколько сил и чувств, эмоций вкладывал в свою музыку, этого будет очень хватать. Знаю только то, что у его друга Майка Шинода, у него вышел тоже альбом, Посттравматик, и один из самых первых треков, который у него был, он был посвящен Честеру, и даже в припеве где-то в середине или в конце вставил голос Честера на длинный такой вокал. Это просто капец как тронуло. Я думаю, сколько бы времени ни прошло, нам всегда будет не хватать его, и мы будем раз за разом переслушивать его песни. Еще раз спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока.